Друзья, смотрите, какая красивая фруктовница у нас. Видите, такими вот элементами роз. Растительная такая жизнь. Но видно, что предмет современный, но очень красивый. У меня в доме, кстати, есть такая же, но немножко поменьше. И у меня в латуни, в бронзе. Здесь у нас белый металл, но он не магнитится, кстати. Какой металл вы говорили это? Цинк, да? Сам силюмин. Силюмин, сам, да. Я понял, друзья, видите, говорит вот приемщик. 50 гривен. Вот такая вот. Но, кстати, видите, здесь дефект. Видите, дефект. Днище. Вот так вот. Нету днища. Нашли мы его только. Этот вот кусочек. Этот вот кусочек нашли, друзья. А все остальное надо искать, видите. Вот так вот можно положить. Видите? Не знаю. Посмотрим. Брать, не брать. 50 гривен, не такие большие деньги. Ну а вещь очень красивая и зачетная. Что скажете, друзья мои? Всем мира и добра. Все, пока.